В общем, сегодня у нас 26 мая 2018 года. Александрова Татьяна Юрьевна, мое новое имя, фамилия Татьяна Магнус Сайфуддин, я вот в моем мейлинге. Вот, так скажем, вот приехали в мою квартиру с Василием Валерьяновичем. Так что вот это вот мебель, которая не нужна Дмитрию. В общем, выкидываем тут такие какие-то ненужные сейчас вещи. Приезжал мужчина, Алексей Алексеев, составил на стекло вот этот акт, что они мне поменяют это стекло в окна мастера. Так вот наводим здесь, приводим чуть-чуть это все в порядок. Вот, так что вот это вот трещина во все стекло. Вот эта трещина. Ой, эти штуки еще нужно отклеить. Ой. Кто-то звонит, сейчас я подожду, кто же позвонит. Алло? Да, это Алексей. Да. Смотрите, я тебе позвонил, вот еще раз фирму там рассказал, как на словах, что это самое, ну, что вот это самое, предотвратительство, как это. Там документы, ну, думаю, сюда, скорее всего, должны поменять. А, да, то есть... Потому что они вроде как учат, например, что это замотали, просто, а это еще какая-то... Большое спасибо. До свидания. Нет, ну он позвонил, сказал, что в общем, да, что поменяю.